Мальчик. Говори, что ты говорил только что. Ну повтори. Ты что, хуесос? Сам такой. Ну повтори то, что ты говорил. Не, скажи, не хочу. Ну скажи один раз и все. Парень. Ты лох, Питер. А ты Питер. А ты Питер с хреном шмак. А ты хрен с шмаком. А ты хуй с маком. А ты хрен с мучу. Говори то, что ты только что говорил. А ты хуй с... Говори то, что ты меня только что говорил. Меня похуй. Пошел нахуй. Слышь, я это слово знаю. Не повторяй за мной. Ты хуй, не повторяй за мной. Придурок хуйный. Шмаком хрена. Сейчас видит его мамка или батя, навляется какие знаки дели. На тебе. Ну не трогай, пожалуйста. Сломай это, смотри, как это сможешь. А этот нельзя. Ой, маленький, иди. Малыш, мы тебя трогаем. Уйди отсюда, пожалуйста. На, попробуй. Мне нельзя курить. Иди нахрен. Вот и уезжай. Я могу покурить и воды выпить, чтобы не заметили. А ты куришь? Ты пробовал курить? Нет. А ты не куришь? И не куришь? Нет. Когда мне было еще 5. Ты попробовал курить? Да. С кем? С мальчиком. А кто тебе дал сигарету? Никто. Мы нашли ее и скурили. А вам нельзя курить еще. Мне можно. По-взрослому. Мне не разрешают. Да мне как... Да наругали же. Все, поехали отсюда. Все, скажи пока. Фу. Скажи пока. Пока скажи. Блядь, ты что, охуел, малыш? А ты что, охуел? Мы сейчас милицию вызовем. Кому? Тебе. Я заберу всю комнату милицию, ты будешь там сидеть, пока тебя зовут родители и наругают тебя. На... Пешком нельзя. Я же не пешком. Погнали. А что ты на меня... Скажи пока. Дым. Попрощайся. Пока. Скажи, иди нахуй.